Специалисты управления дорог городской администрации регулярно проводят рейды по дорогам. Одна из последних проверок прошла по объектам, сделанным в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» были выполнены мероприятия по ремонту улицы Толстого и реконструкции улицы Шуйская-Волжская. На улице Шуйская-Волжская был проведен капитальный ремонт с устройством мостового сооружения. Уже в апреле стартуют проверки с участием общественных наблюдателей. Если на дорогах найдут дефекты, то подрядным организациям придется их исправлять. На все виды работ распространяются гарантийные обязательства в зависимости от вида произведенных ранее работ. Специалистами управления дорог проводятся проверки на предмет осмотра и выявление недочетов, образовавшихся после зимнего периода. В случае обнаружения каких-либо дефектов подрядной организации направляется информация о необходимости устранения выявленных замечаний. Напомним, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проводится широкий комплекс работ, включающий в себя обустройство тротуаров, устройство новых пешеходных маршрутов, ремонт сетей инженерных коммуникаций, установка новых остановочных павильонов, дорожного ограждения, асфальтирование проезжей части и другие мероприятия. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.